такое выборы? Выборы – это когда, ну, ты там выбираешь. Каким должен быть хороший губернатор? Ну, там он должен как-нибудь договариваться там. А вот хороший губернатор какого-то региона, он должен быть каким? Он должен не злоупотреблять властью. Например, печальная история с Марией Антуанеттой. Что она сказала, когда она узнала, что бедняки не могут себе купить хлеба? Пусть едят бриоши. А Мария Антуанетта была губернатором какой области? Она была не губернатором. Каким должен быть хороший губернатор? Я слышал, но я не понимаю, кто такой губернатор. По-твоему, вот губернатор должен быть каким человеком? Ну, хорошим, справедливым. Красивым? Вот опишите, пожалуйста, по вашему мнению, каким должен быть губернатор хороший? Ну, во-первых, он должен быть, чтобы не воровал, чтобы он вкладывал в город, чтобы честным был, и чтобы можно найти какого-нибудь бродягу, взять из него губернатора сделать. На твой взгляд, ну, губернатор должен обладать какими качествами, чтобы был хорошим руководителем региона? Не знаю. Ну, обязательно должен быть в разуме. А то придет там какая-нибудь шипакля, они его примут. И будет, блин, ползать, пачкать полы, ходить тут на ушах. Ну, то есть губернатор, по крайней мере, должен быть в разуме. Ага, ну и не слишком разбалованный герцог.